Внимание, дети! В Лангепасе началась традиционная акция сотрудников ГИБДД, направленная на профилактику дорожно-транспортного травматизма. В преддверии каникул не лишним будет напомнить мальчишкам и девчонкам о правилах поведения на проезжей части, считают сотрудники госавтоинспекции. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 22 мая по 5 июня на территории города будет проведена ежегодная профилактическая акция «Внимание, дети». Основная задача – это привлечение всеобщего внимания к проблеме детской аварийности и напомнить юным участникам дорожного движения основы правильного поведения на дорогах и улицах. Полицейские проведут патрулирование жилых зон, дворовых территорий с целью предупреждения нарушений правил дорожного движения с детьми и подростками. Не останутся без внимания и взрослые. Родителям расскажут о важности ежедневного напоминания детям о правилах дорожного движения и последствиях бесконтрольного нахождения детей на улицах и дорогах. Кроме того, пройдут локальные тематические мероприятия, такие как «Безопасность начинается с семьи», в основе которой лежит фотомарафон под хэштегом «Семья соблюдает ПДД». Уважаемые взрослые, помните, только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность самых уязвимых и самых важных участников дорожного движения – наших детей. Также в ближайшие дни полицейские проведут профилактические мероприятия. Они тоже будут направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-пассажиров.